Здравствуйте, друзья. Вот, у дедушки в гостях просили показать майкопских. Это же все майкопские, да, дедушка? Да. Вот. Ну, какие они, как у них блестят шеи, дедушка. Смотри, какие красавцы. Вот там не желтогрудая. Да. С тагунным спарована, она с подтагунных. Какие красивые. Смотри, как у них блестит прямо. Ты сейчас не гоняешь, да? Не-не-не-не. Да, я сокол. Я вот это, беднорябую сюда кину, потом оттуда пересажу еще сюда. О, друзья, это у него, у дедушки вторая голубятня. У тебя сейчас там, да? Да. Сейчас там тоже покажем. Это поруются они. Да, вот у дедушки поруются. А сядут вот на яйца, пусть сидят. Красивые. Красивые какие, да? Ну, пепельные. Да. Говоришь, никак не споруются? Не поруются что-то. Ну, сколько уже они сидят? Да сегодня я посадил, а так они мне отдельно сидели. Я там делал. Не, обалденные. Это молодежь? Да. И смотри, какие красавцы. Красавцы. Вот, друзья, вот это майкопские голуби. Официально они зарегистрированы вообще? Нет? Как майкопские, ну вот, как, не, ну, как тагунные, порода. Вот тагунные, все вот это, вот беловеки, черноглазые. Не, я имею в виду, как майкопские голуби. Да. Поставим на паузу, пойдем в ту голубятню, покажем. Ну, красавцы. Ну, вот сейчас пускай, даже если сейчас на яйца сядут, пусть голубят тут дают, чтоб я уже знал, что эти спарованы. Они летают хорошо и бьют. Ладно, пойдем туда, дедушка, поставим на паузу. Вот у дедушки голубятня, вот овчаренок какой красавец рядом с голубятней. Она дурная еще. Да, молодая самка, да? Сучка, вернее. А это... Вон, видишь, кормится. Можно, да, зайти, дедушка? Да. А, вот, она одной ноге, видите, что тоже прикольно. Ага, вот и пескуна кормит. Вот так прикроем, чтобы не вылетели. Вот они. У майкопи вот этих никого нету. Какие? Царей. А где она? Уль вылетела? Да. Как цари? Да, цари. Ну, с каких, как это вас? Вот шейка бакинский голубь, да? Да. Много сокол не забирал последние. Ой, а вот эти вот у меня вон это, вот видишь это? Вот это. Хвост белый, не, вот это вот белый вот прямо. Вот, вот, этот, этих, вот да, этот. Хвост это перьев это больше, чем у этого. Вот пескуны. Там, например, 20, а у этого уже 30 этих хвосте. 30 прям. Ну, на этот, многоперый, да, наверное? Да. Вот пескун у дедушки. Туда. Ну, летает сильно, я у него там был, белоречка этого мужика. Я вот это сейчас все убирать буду. Я вот это вот сюда их кинул, тут хотел порвать. Ага. Они не поруются. Ну, давай плохо. С улицы покажем. Туда вышли они. Это я все буду убирать сейчас. Выйдем. Прикроем. Вот видишь, вот красношея вот. Споровались, да? Да, еще на шее гонит ее на яйца. Да. Ну посмотрю, что дадут. Может, да и красношеи будут давать и чем. Да, может, может. Но бойные сильно бой. И летают. Вот эти вот. Этот забивается вот, еще на хвост. Я закрою. А вот эти здесь вышли. Это ты про вот этого, да, говоришь, дедушка? Вот, вот он. Да. Как называется? Синепеги, ну, цари. А. Вот у дедушки. Вот эти хорошие вот шейки, пара. Да. Вот у них голубеночек. Было два. Жаль, что сокол не дает погонять, да? Да, тут сейчас бы выпустил. Жаль, что не дает. Да, сокол этот бешеный, сидят. Ну, тут тоже вот. Вот в той стороне тоже вот. Ну, я чуть ближе к этой вышке сижу. Ой, сижу, говорю. Живу. А дедушка чуть дальше. Ну, он и сюда прилетает, друзья. Ну, ладно, вот, вот такие. Вот они там ходят все. Да. Ну. Я думаю, да, они головой вот так туда-сюда. Смотрю, да. Один сокол там, один там. И крутятся.
Вот, веселый голубок он. Да, вот это, да? Что на шее, не, он убил. Ну это лед, я не знаю эту породу, это летные голуби. Это летные вот эти вот синепеги, вот эти вот. Они высоко-высоко летают, хорошо. Ну ладно, друзья, как-то так. Вот. Удачи вам. Сейчас этих будет бакинцев больше. Сейчас в лед пойдут, хорошо. Не, ну вон те майковские, в той голубятне у тебя бомба. Ну там они летают хорошо те. Ну ладно, привет передай всем голубятникам. Все, привет, голубятники. Ну ладно, друзья, удачи вам. Вот погода у нас какая, удачи.